Здорово, народ, вы на канале Миклуха Макфлай. Сегодня решил протестировать вот такие вот штуки. Купил в магазине светофор за 300 рублей. Две рамки для самостоятельного изготовления тротуарной плитки. В общем, сегодня задача на день сделать вот эту дорожку для домика Трессы. Так мы его называем. В общем, туалет у нас на участке есть, и к нему надо сделать дорожку. Это такой будет экспериментальный вариант. Если получится здесь, то, собственно, весь двор закатаю вот в такие дорожки. Поехали. Кстати, сейчас роль всех дорожек у меня на участке играет вот такая транспортерная лента. Готовим площадку под будущую плитку. Убираем лишний слой земли, выравниваем. Подсыпаем песочком. И немножко гравием. Так как объем работы небольшой, решил купить готовую песко-бетонную смесь. Тем более, что где-то потерял свою дрель, а еще в гараже забыл миксер для дрели. Так что буду мешать руками. Когда читал в интернете, как лучше делать такую дорожку, все советуют еще вот забутовать красным кирпичом. Ну, видимо, это для экономии раствора. Я сегодня тоже буду экономным и засуну туда красный кирпич. Зачем, непонятно. Ну и, как всегда, одного замеса оказалось мало. На мой взгляд, самое главное, когда делаешь такую плитку, постоянно простукивать форму для того, чтобы цемент как можно лучше садился. Разглаживаем и оставляем сохнуть на 40 минут. По истечении этого времени опять же простукиваем форму, чтобы она хорошо отошла от цемента. Снимаем, получаем плитку. Если честно, я даже не ожидал, вот, что получится так красиво. Со второй формы поступаем точно так же. Простукиваем и снимаем. Ну и продолжаем укладывать дорожку. Становится понятен расход одного такого мешка, 30 килограмм, стоит он 130 рублей, хватает на 2,5 плитки, то есть... Ну, грубо говоря, разделить на 3, себестоимость одной плитки такой получается, если чисто вот смесь брать, 40 рублей. Однако в следующий раз я решил брать не смесь, а цемент, потому что песок у меня есть. И я надеюсь, найду свою дрель, и все будет хорошо. Через 40 минут еще две плиточки готовы. Кстати, это занятие легко совмещать с каким-то другим. Залил и 40 минут занимаешься другими делами. Вернулся, еще раз залил и опять 40 минут занимаешься. Ну что ж, друзья, вот такая дорожка у меня получилась. Мне кажется, достойно выглядит. Надо только подождать, пока засохнет. Присыпать песочком, чтобы все швы были заделаны, собственно, песком. Сколько времени у меня на нее ушло? На каждую из двух клеток уходит 40 минут.
Ты ее закладываешь, 40 минут ждешь, вытаскиваешь. Можно закладывать следующий. Соответственно, у меня 6 штук, 3 пары по 2 клетки. 40 плюс 40 плюс 40. Вот считайте, что называть сами, сколько можно успеть сделать за день. Дело не хлопотное, особенно если дрель не потерять и миксер с собой взять. И, соответственно, очень быстро мешается, заливается, мешается, заливается. Если есть маленькая бетон-мешалка, так вообще можно, мне кажется, за неделю прям весь двор обделать такими плитками. Все, это был канал Миклуха Макфлай. Друзья, сегодня тестировал вот такую прикольную штуку. Надо теперь сделать все дорожки в доме. Обязательно тоже об этом сниму видео. Пока-пока.